«Милосердие, честь, достоинство и материнство» – девиз Ассоциации врачей Белгородчины. Сегодня в областном центре прошло отчетно-выборное собрание этой профессиональной организации, созданной в регионе более 5 лет назад. За это время она не только вошла в состав Национальной медицинской палаты, но и приобрела непререкаемый авторитет в кругах работников системы здравоохранения области. Сейчас в ассоциации состоит каждый второй белгородский медик, а это более 3000 человек. Ставку мы делаем на то, что наши коллеги должны прежде всего помогать всем нам, работать как эксперты, профессионалы, которые должны оценивать, помогать нам качество оказанной медицинской помощи, может быть, указать на какие-то дефекты ее организации, поскольку люди непосредственно находятся среди пациентов и работают в наших учреждениях здравоохранения. Это мощное профессиональное сообщество, которое в тандеме с властью и другими общественными организациями позволит нам вывести наш региональный сегмент здравоохранения на более высокий организационный уровень. Среди главных задач ассоциации – повышение престижа медицинских профессий, контроль за соблюдением писанных и неписанных правил врачебной этики, проведение независимой экспертизы качества медпомощи, а также повышение профессиональной подготовки кадров. Именно поэтому в центре внимания сообщества – процедура оценки квалификации врачей. Работа областной аттестационной комиссии, в которую также вошли члены ассоциации, стала более прозрачной, беспристрастной и профессиональной.